Два года назад в Видновском перинатальном центре открыли кабинет государственной регистрации. Здесь можно быстро, минуя очереди, получить свидетельство о рождении ребенка или установить отцовство. Эти услуги сразу стали востребованы у населения. И с 2016 года сотрудники Ленинского управления ЗАГС начали принимать родителей ежедневно в рабочие дни. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Сегодня для Кирилла особенный день. 13 мая его супруга Юлия подарила ему дочь. Назвали девочку Гретой. Пока мама и малышка находятся в роддоме, папа решил получить свидетельство о рождении, чтобы к выписке все было готово. На самом деле очень волнительный момент. Как сказали даже медсестры, которые здесь, видно, у меня даже по лицу написано, что немного ошарашены. Что мама, что я, потому что это первенец наш. И у Юлии забот сейчас хватает. Кормление, пеленание, другие приятные хлопоты. Уход за нарожденным – дело ответственное. Тем более, когда это первенец, и всему приходится учиться. У нас родилась дочка. Вот. Для нас это было очень важное событие. Мы очень долго ждали. Совпало с праздником «Нечаянная радость» религиозным. Ну, в общем, мы счастливы. Сегодня Видновский перинатальный центр – один из лучших в области. Здесь функционируют различные отделения, где трудится свыше 300 квалифицированных сотрудников. За 2016 год в центре родилось 6500 детишек. На данный момент у нас количество родов ежедневно 20 и более. Есть отделение реанимации на случай сложных родов с осложненным течением беременности, поэтому женщины все здесь. Вот, в общем-то, наше заведение третьего уровня, один из лучших перинатальных центров. Ну, это я буду говорить словами, наверное, пациентов. Сюда приезжают не только мамочки из Московской области, но и из других регионов. Родильный дом рассчитан на 150 мест, и еще не было такого, чтобы часть из них была свободна. Все послеродовые палаты предназначены для совместного пребывания мамы и ребенка. И, конечно, большинство женщин рады новой услуге, появившейся в центре. В 2016 году мы уже превысили просто все мыслимые и немыслимые показатели. То есть у нас зарегистрировано было в перинатальном центре 3314 записи актов. То есть это составляет 80% от всех записей актов, которые регистрируются в Ленинском управлении ЗАГС. То есть это такой существенный скачок у нас. Это связано, во-первых, с тем, что мы каждый день стали работать в нашем перинатальном центре. Очень удобная услуга для посетителей, для наших. Сотрудничество руководства перинатального центра и Ленинского управления ЗАГС переросло уже в дружбу. Они проводят множество совместных встреч и акций. В этом году органы ЗАГС отмечают 100-летний юбилей. И в рамках этой даты пройдет еще множество различных интересных мероприятий. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.